пиздатая новость. Непонятно, что они там вообще делают. И вот все такое, знаете, вот вытекающее из там Влад Гантеля, хотя против него никто плохо. Вот. Поэтому ну, вы идите нахуй, вообще в пизду, да? Вот, я, блядь, делаю эту сборку, я постоянно ее делаю. Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Я уже много раз говорил, что Владислав Павлович это мой любимый GTA самп ютубер. И то, что всеми силами, которыми я только могу, я стараюсь его поддерживать. Там, знаете, зайти на стрим, может быть, кинуть какой-то донатик, или там, знаете ли, зайти под видеоролик, поставить лайк, опять-таки, написать положительный комментарий о том, что вот, Павлислав Владов, я вот жду твою сборку, пожалуйста, привет, скажи, как дела у тебя, что вообще делаешь, чем занимаешься, и вот все-все-все прочее, но это не имеет сейчас особого значения, потому что роликов, посвященных Владиславу Павлову, на моем канале очень много. И, возможно, в будущем их станет еще больше, ведь про такого великого человека, буквально гения нашего времени, нужно рассказывать. Тем более, что он является одним из таких, знаете ли, ну, самых узнаваемых ютуберов. GTA сам, разумеется, что это после меня все идет. Но, тем не менее, ладно, его все равно узнают, его все равно знают. Разумеется, эмоций он каких-то вызвать не может, кроме эмоций дикого стыда от того, что он, блядь, не может ударение в словах поставить. Ты, блядь, русский или кто, блядь, ты расскажи нахуй. Ладно, что-то я немного вспылил. Ну, тем не менее, ладно, все и так более-менее понятно. И вот сейчас Владислав Павлов, знаете ли, собирает свою новую сборку. Это настолько пиздатая новость, которую ждали абсолютно все, что ее даже запостили в моем самом любимом GTA Самп журнале Live Самп. И, вы знаете, все было бы нормально, если бы в комментариях, как это обычно и бывает, под данным постом не начали писать, мол, ой, блять, да Black Bones, он, знаете ли, он слил Владислава Павлова, потому что, ну, у Владислава Павлова все сборки одинаковые, все сборки хуевые, все сборки там непонятно какие, непонятно, что они там вообще делают, и вот все такое, знаете, вот вытекающее из всего этого, и для меня это стало удивлением, ведь сборки Владислава Павлова его постоянно вот хвалят, говорят, ну, может быть, он и тупой, может быть, он и дебил, может быть, он отстал в развитии, может быть, он и олигофрен, но вот сборки-то у него вполне такие, знаете, нормальные, отличные. Отлично и прям замечательное, которое ты вот прям смотришь и такой типа, ой, а это та сборка, на которой я в самом деле хочу играть. И я всегда так думал, потому что, ну, не скачивал эту сборку, наверное, ни разу. Может быть и скачивал, но, ну, вот, знаете, зашел туда, что-то там поделал, поковырялся, она там два раза повылетала. И, в общем-то, да, я подумал, что это только у меня она так работает. И, разумеется, вышел и больше в нее, знаете ли, не заходил. Ну, а зачем? Если она вылетает, если она ко мне, знаете ли, недружелюбна, если я не могу пройти, знаете ли, какой-то отбор для данной сборки, для того, чтобы она могла меня пустить в свои какие-то владения, во все прочее, зачем мне в нее вообще заходить? Но не так давно, ну то есть не так давно, это не больше года назад, Black Bones выпустил видеоролик, в котором разбирал эту самую сборку. Блять, наиболее смешного видеоролика я не видел, наверное, никогда. Это просто пиздец. Как же он, блять, разве, блять, Black Bones? Я тебя обожаю. Я вообще в целом обожаю всех, кто как-то хуево высказывается против верхушки GTA Самп Ютуба, там, знаете, какой-нибудь Делорензи, там, не знаю, Владислав Павлов, Андрей Сукре, возможно, там, какие-то прочие люди, там, Влад Гантеля, хотя против него никто плохо, не, знаете, не разговаривает, боятся все пизды получить, тем не менее, ладно. И я посмотрел, я в самом деле, я посмотрел на эту самую сборку, потому что, ну, мне показалось, что она не такая уж и плохая, но я посмотрел ролик Black Bones потом и осознал, что в самом деле, блять, Владислав Павлов, ну, как обычно, как это обычно и бывает, как можно человеку, который, блять, ударение в словах неправильно ставит, доверить, собирать сборку. Он же туда, блять, стиллеров напихает, сука, а потом скажет, блять, ну я играл, типа, у меня все нормально было. А вы что-то зашли, ну, наверное, свои какие-то моды, ебать, поставили, ёпта, бля. И, ёпта, бля. И все, бля, ёпта, бля. Вот, и у вас все плохо случилось, ёпта, бля. А у меня все, ёпта, бля, нормально, бля, ебать, ёпта, бля. Вот, поэтому вы идите нахуй, вообще в пизду, да, что-то наподобие того. И поэтому, вот сейчас, когда я вижу, что Black Bones так жестко разъебал Владислава Павлова, я на самом деле, блять, просто охуеваю с того, как вообще человек может еще больше-то обсираться. Это ж, блять, это ж просто, сука, невозможно. Его ж просто, блять, ну с него все рофлят. Как из Брулева, как из каких-то вот этих, знаете, прочих
рабочих людей, потому что, ну, они тупые, блядь. А ладно, меня куда-то не туда опять-таки понесло. И вот, и Владислав Павлов, знаете ли, постоянно говорит о том, что вот я, блядь, делаю эту сборку, я постоянно ее делаю. Ты заходишь, ебать, там ничего не отличается. Они просто, блядь, одинаково из года в год. Хули он там меняет-то, блядь? Я вам серьезно говорю, зайдите там на какую-нибудь сборку пятилетней, блядь, давности и сборку, которую он выпустит вот сейчас скоро, он уже там тизерит ее. Там нихуя не меняется, блядь. Все одно и то же. Тайм-цикл тот же самый. Те же самые скрипты, те же самые клео-плагины, блядь. Та же самая залупа, та же самая хуйня, те же самые, блядь, некачественные скины. Это пиздец. Сука, это же вообще, блядь, Владислав, как тебе это удается, сука? Что ты вообще, кто ты такой, блядь, Владислав Павлов? Кто ты, блядь, такой? Пиздец, на самом деле. Блядь, это вообще, это я на самом деле так угорал со всей этой хуйни, блядь, сборки Владислава Павлова. Это просто, это пиздец. Но на самом деле, я что могу сказать? Black Bones, ты как, это официальное обращение к Black Bones, передайте ему. Black Bones, ты зря гонишь на Владислава Павлова, потому что Владислав Павлов — это законодатель GTA самповской моды. Вот как Павлов скажет, так и будет. Выпустит он завтра, блядь, вместо сборки чисто там, знаете, в банку насрет, блядь, на канал выложит, и все GTA самп ютуберы другие скажут: ебать, так это же заебись, блядь, скачиваем. Ебать, скачиваем сборку, блядь. А в описании он там приложит ссылку, я не знаю, на свою фотку члена, блядь. То есть и все самп ютуберы все равно скажут, что это нормально. И поэтому я считаю, что Black Bones, он должен извиниться перед Владиславом Павловым за то, что вот такое все про него сказал, потому что Владислав Павлов у нас в GTA самп ютубе, он неприкасаем. И как-то его задевать, как-то вот там с ним вот все это делать, это неправильно, я считаю. Потому что мы все люди мирные, мы все люди нормальные, поэтому считаю, что вот такого поведения у нас быть не должно. Поэтому все, передайте это Black Bones'у, мы от него ждем извинений в сторону Владислава Павлова. Такого быть, я считаю, не должно вообще никогда. А я играл на проекте Arizona Roleplay Phoenix IP, а также мой никнейм Dante Connor находится в описании. Там же в описании ссылочка на мой телеграм-канал, там же в описании мой промокод NoToxic54. Заходите туда, ознакомьтесь со всей информацией. Увидимся тут же завтра в 20:00, либо немного попозже, либо немного пораньше. Ну, в общем-то, как пойдет. А всем спасибо, всем до свидания.